Я даже ольхи наломал для коптилки. Рома щуку забодал. Будем сейчас взвешивать. По нолям. Давай. Я сыплю. Или оставить на кукане? Да нет, давай за это. За челюсть. За челюсть, хорошо. Конечно. О! Все-таки треха. 3.35. Значит, мой глазомер был точен. Ну да, ты сказал. Просто пока я ее тащил по тайге, я так устал, что мне стало казаться, что она весит уже 4. Я нашел эту веревку, срезал с сетки со старой, перепоясался и подвесил. Так шел с ней, потому что ну никуда не упаковать. А я же еще рыбу ловил при этом. Ну да, вообще. Это было что-то... Рюкзак тебе надо, как у меня, складной маленький. Запекал, согласен. Рюкзачок, да. Он там весит 150 грамм, ну согласен. 200 и да, все. И бегайте с ним туда, зафигачил и все. Ну у тебя сегодня вообще щука, кумжа и хариус. А. Еще пакет. Не, ну я имею в виду такой крупный набор. А нет, там еще две щуки в пакете. Ну, поменьше же уже. Еще щуки и форели. Все, ладно, я пошел костер делать. Где у нас не было, костер полностью затух, придется заново все кочегарить. Холодает очень сильно вообще. Ставь свою приладину, а то они сейчас уже
Видите? Пока я тут не прилетел. Мачту принес. Что такая длина? Ты лазил на самый верх? Почти. Я залез.